На стадионе «Рубин» в соцгороде встречались молодежные команды «Рубина» и «ЦСКА». С первых минут матча стало понятно – в игре будет на что посмотреть. У ворот Тимура Акмурзина то и дело возникали моменты, но вратарь и защитники с ними успешно справлялись. Не забывали казанцы и об атаках. На 12-й минуте после подачи Михаила Яковлева счет можно было открывать, но нападающий в створ ворот не попал. Всего лишь минутой позже все тот же Яковлев решается на дальний удар, но вновь не точно. На это ЦСКА отвечает своей атакой, которая, казалось бы, вот-вот завершится голом, но героически спасает ворота Дмитрий Губанов. Всего через 3 минуты с самой ленточки выносит мяч защитник Зиганшин. Продолжают гореть на табло нули. Но сохранить этот счет не удается. После прохода через центр результативным оказывается удар от штанги Тимура Пухова. 0-1. Больше пропускать Акмурзин был не намерен. Еще до перерыва вратарь дважды спасал ворота казанской команды. Они захватили инициативу, но ребята немного неправильно действовали при выходе из обороны. Не определяли условия, где у нас было преимущество. То есть, если одним словом, нам надо было больше играть вертикально, когда мы на своей половине начинали атаки, потому что ЦСКА сразу шли в прессинг и закрывали. А мы играли на коротких, на ближних расстояниях, и поэтому для ЦСКА это было комфортно. Они забирали мяч и сразу остро атаковали, потому что у них моментов достаточно много было. Второй тайм начинается с блестящего действия нашего защитника Никиты Михайлова. Вновь выносится мяч с линии ворот. По прошествии часа игры у ворот московской молодежи возникает вот этот эпизод. Даниил Макеев перебрасывает вратаря, но этого все же не хватает для взятия ворот. Последние минуты игры проходили под контролем футболистов «Рубина», но счет, к сожалению, сравнять не удалось. Вторая команда в таблице увозит из Казани 3 очка. Ну, в первую очередь, нужно работать на тренировках лучше. И через тренировки это переносить все на игры. И тогда, я думаю, все будет хорошо.